Международный день пожилых людей в реабилитационно-оздоровительном центре «Русь» традиционно совпадает со звездным заездом, когда на лечение приезжают самые уважаемые и заслуженные жители Оренбуржья. Каждая осень у нас золотая, когда хорошая погода, хорошее настроение создается для наших ветеранов, создается праздник. И хотелось бы, конечно, их порадовать для того, чтобы отступили какие-то будни, может быть, не у всех они радостные. И люди, пожив здесь в течение месяца, укрепили свое здоровье, укрепили свой дух и веру в будущее. Среди отдыхающих в центре, а это 100 представителей старшего поколения, 7 героев Оренбуржья. У Георгия Махунова общий трудовой стаж 62 года. Золотую звезду Героя соцтруда он получил за высокие показатели в животноводстве в 1976 году, когда работал в Бузулукском районе. С 12 тысяч коров увеличили их до 18 500. И одновременно удоль с каждой коровы увеличили. Поэтому мы дважды увеличили производство и молока, и мяса, и дважды увеличили производство зерна. Знаменитая доярка Любовь Мелехова стала героем соцтруда в 1966 году. Проработала в совхозе в Тотском районе более 40 лет. Несмотря на почтенный возраст, молода душой. С удовольствием каждый год приезжает в реабилитационный центр. Все как родные. Отличная компания. Чтоб также все приезжали здоровые, чтоб всегда веселые были. В честь праздника в реабилитационном центре состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие представители правительства области. Было отмечено, что ежегодно более 400 ветеранов получают реабилитационные услуги за счет средств регионального бюджета. На эти цели направляется более 20 миллионов рублей. Я хотел бы от имени губернатора Неславича Пасхера поблагодарить вас за ваш вклад в развитие не только нашей Оренбургской области или того города или населенного пункта, в котором вы проживаете, а за вклад в развитие всей нашей страны. Здоровье самое главное. Здоровье и до новых встреч. В этот день в адрес старшего поколения было высказано немало теплых слов. Артисты подготовили концерт, в котором прозвучали знаменитые мелодии прошлых лет. Все постарались сделать так, чтобы праздник запомнился ветеранам надолго.